Этим летом известный хореограф Евгений Папунаишвили попрощался со статусом холостяка. Мужчина сочетался узами брака с любимой девушкой, Салимой. Они решили расписаться втайне от близких, поэтому отправились в ЗАГС вдвоем. Спустя несколько месяцев они планируют организовать помпезное торжество для близких и друзей. В одном из интервью журналисты расспросили Папунаишвили, как складывается его семейная жизнь. По словам мужчины, у избранницы очень взрывной характер. Тем не менее, Папунаишвили утверждает, что ему было бы скучно с более спокойной женщиной. Влюбленные жили вместе до свадьбы, поэтому сумели хорошо изучить характеры друг друга. К тому же, пара не могла серьезно ругаться, так как они разговаривали на разных языках. Как рассказывал Евгений, со временем ему пришлось выучить несколько итальянских слов, а Салима усердно осваивала русский. В данный момент хореограф занят несколькими проектами, поэтому не может выделить время на организацию свадебного торжества для друзей. Предположительно, Евгений и Салима закатят праздник в Италии, а потом отправятся в Грузию, где живет родня танцора. Евгений Папунаишвили раскрыл подробности свадьбы с иностранкой. «Прямо сейчас заняться этим не могу, я очень погружен в работу. Помимо телевидения, у меня есть еще один очень важный международный проект. Два концерта, один в Минске, другой в Париже. Мне кажется, я бы не выдержал такого темпа без поддержки любимых и близких. Жена сейчас очень мне помогает в эмоциональном плане», признался хореограф в интервью телепрограмме.